Добро пожаловать, незнакомец. Здесь заканчивается твой путь. Многие приходили сюда, но никто не ушел живым. Иногда мне даже любопытно, что вы чувствуете. Примитивные существа, воры, одурманенные жадностью. Среди чудес, которые вам не постичь. Но потом любопытство проходит, и я просто убиваю вас. Что за хрень здесь творится? Эй! Ты здесь? Меня зовут Эйден. Хочу поговорить. Почувствуй гнев Лито. Человеческое отродье! Приготовься к смерти, жалкое ничтожество! Склонись перед Лито и ее королем Куртом! Сделает себе подвязки из твоих кишок. Склонись перед Лито и ее королем Куртом. Лито сделает себе подвязки из твоих кишок. Сдохни, человеческое отродье! Лито сделает себе подвязки из твоих кишок. Склонись перед Лито и ее королем Куртом. Берет пленных! Где?
Лито и ее королем Куртом! Сдохни, человеческое отродье! Сдохни, человеческое отродье! Приготовься к смерти, жалкое ничтожество! Лито не берет пленных! Лито не берет пленных! Сдохни, человеческое отродье! Сдохни, человеческое отродье! Сделает себе подвязки из твоих кишок! Лито! Нет! Ты заплатишь за это, вот! Что здесь, блядь, творится? Забавно. Прямо как жучок, не знающий, что его сейчас растопчут. Есть для тебя работа. А у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе нравится эта комната. Потому что она станет твоим склепом. Эй! Прекрасно. Кабели. Нужно найти источник. Поговорить! Эй! Слышишь меня?
Выходи, ну! Эй! Ты! Где ты? Отстань от меня! Thank you.
Нужна твоя помощь! Ты вломился ко мне! Ты убил Лито! Что тебе еще? Где же ты? Послушай меня, чудила! Зачем я тебе? Оставь меня в покое! Yeah.
Обнаружен контейнер с ингибиторами. Давай, убей меня. Только скажи моему сыну, что я умер как воин. О чем ты говоришь? Убей меня. Она ведь за этим прислала тебя. Понятия не имею, что это значит. Я предлагаю работу. Что? Значит, ты не убийца? Нет. Я пришел поговорить. Ты ведь инженер? У меня есть имя. Курт. Что тебе нужно? Так, что за женщина хочет тебя убить? Вагина дентата. Пизда с зубами. Что? Сука, которая хочет, чтоб ей принесли мои яйца на тарелке. Так, понятно? Понятно. Я могу помочь. Ты не знаешь, насколько она опасна. Я же справился с чудовищем. Лито? Да она просто баллонка с микрофоном по сравнению с ней.
Кто ты вообще такой? Я бисер, что мечут перед свиньями. Я король без королевства. Я трагедия во плоти. Ясно. Ты сказал, у тебя сын? Его забрали у меня, как и все остальное. Я тебя понимаю. Ха, плюнь в любую сторону в городе, и попадешь в человека, потерявшего близких. Ладно. Ты что там тебе было нужно? Я хочу установить жучок на радиопередатчик, но его надо починить. Я в долгу не останусь. Без запчастей не починить. Каких? Обмотки конец. Ты можешь найти замену в Северной башне. Военные оставили там свое снаряжение. Как его найти? Оно должно быть защищено от непогоды. Так что ищи под антенной. Ясно. А что хочешь взамен? Оставим это на потом. В качестве сюрприза. Я не люблю сюрпризы. Удачи! А что это за место? Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Но я сижу здесь уже лет 10 и пока его не видел. Огромное здание. Ну, те, кто его строил, верили, что они так будут ближе к Богу. Но когда началась эпидемия, это никого не спасло. Почему ты убил миротворцев? Я никого не убивал. Я защищался от тех, кто хотел меня ограбить. Ты разве не делал бы то же, если бы вломились в твой дом? Не знаю. У меня нет дома. Нашел. Молодец! Вижу, тебя трудно обескуражить. Я упрямый. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся! Yeah.
Нашел? Хорошо. Подожди минутку. Уже готово? Было несложно. Ладно. Что за сюрприз? Что ты хочешь взамен? Ты мало что можешь мне предложить. Стоп. Что? Я программист, живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Что ты можешь мне предложить? Свиную шкуру? 5 бутылок самогона? Сюрприз в том, что я сделал это за твою дружбу. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Ага. Ты обошел мои ловушки, справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Хорошо, Курт. Им спасибо. Хуан, Курт починил жучок. Я знал, что ты справишься. Этот тип живет в каком-то своем мире. Я говорил тебе, что он немного не в себе. Вот почему я не люблю оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы такое случилось со мной. Что дальше? Только не по рации. Приходи ко мне на корабль. Привет, солдат. Двойное турбо, 550 лошадиных сил. Вот, работает. Тс, тише. Иногда и у стен есть уши. Ты знаешь, что это, Эйден? Похоже на гранулы, картечь. Диуске 300. Это яйца, Эйден. Мелкие вылупятся цыплятки. Это рыбьи яйца. Белужьи, если точнее. Прямо из Каспийского моря. Говорят, это единственная настоящая икра в мире. Просто тает на языке. Почувствуй вкус темных волн глубокого моря в далекой стране. В этом мире много красивых вещей.
и прекрасных ощущений. Классных парней и красивых девушек. Но мрачные ворчуны не замечают этого. Они убивают ради будущего и забывают о настоящем. Они? Прежде всего, майор Мэтт. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Я позаботился о лампах. Мэтт не сказал тебе, зачем ему лампы там, где еще нет электричества? И как он собирается все провернуть? Вот о чем я думаю. Свяжись с ним. Скажи, что лампы будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы и ждут тебя. Я понял, Эйден. Молодец. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам УФшки, если не можем их включить? Ха, Хуан просто несет чушь. Не волнуйся. Хуан, он погавкал на меня, но я разберусь. Хороший подход. К бешеным псам лучше не подходить слишком близко, а иногда их проще пристрелить. Эйден, нам нужно встретиться и поговорить о том, как заполучить эту антенну. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Как видишь, Джек любит отдавать приказы. Держи под рукой свою рацию. Скоро тебе сообщат о встрече. Я буду на связи.